Готовлю инкубатор к выводу яиц. Я его подключила. Сейчас у меня идет первый запуск. Установила необходимую температуру. Температуру он быстро нагнал, 38 градусов. Сейчас он у меня в таком режиме пустой. Постоит, немножечко поработает, разгонится. Как говорится, запустим его в рабочий режим. Буду закладывать я инкубационное яйцо бройлера. Но у меня здесь 100 штук я заказала. И соседка мне подарила еще 7 штук инкубационного яйца индюка. Вот. Вмещается в данный инкубатор 39 куриных яиц. Но вот я видела в интернете, что если яйцо слишком крупное, то входит 36. Ну, посмотрим, сколько у меня войдет. В данный инкубатор я буду закладывать куриное яйцо. Ну, а в свой я уже буду закладывать остатки куриного яйца, то, что останется. И вот эти вот 7 штук индюшинного. Так, ну что, друзья, яйцо заложила. У меня влезло 35 штук. Вот. Ну все. До встречи с вами, будущие цыплятки. Надеюсь, конечно же, что вы все вылезете целые и невредимые. Время пошло. Пошел отчет. Так что до встречи с вами, цыпляточки будущие. Надеюсь, что будет все хорошо. Все. Пока. Так, это у меня первый инкубатор. Пошла закладывать яйца во второй. Ну вот и второй инкубатор готов. Тут сбоку положила индюшинное яйцо. А здесь вот есть, смотрите, вот такое вот нестандартное, но длинное, такое вытянутое. Скорее всего, с него ничего, наверное, путевого не будет. Но так, я его в сторонку отдельно отложила. Посмотрим. Вот. Ну все, погнали. Мила, Мила. О, Тося пришла. Друзья, всем привет. Мы сегодня вышли на улицу. У нас сегодня прекрасная погода, солнышко. Я, правда, ореху снимаю против солнца, но ничего страшного. Это мой ассистент. Сейчас, как известно, время рассады, время посева. И у нас под ногами есть отличный природный стимулятор роста. И это снег. Ну что же, топим снег? Топим. Топим, давай. Набираем снега. Помощник. Кто во что горазд. Кто, у кого есть какая тара, туда и набираем снег. И просто его топим. Снег растает. И мы будем что делать? Поливать. Да, и мы будем поливать нашу рассаду. От этого у нас рассада будет лучше расти, крепнуть. Лучше, чем от воды? Конечно. Это же талая вода, Аришенька. Она намного полезней. У нас собаки сегодня на деревне с ума сходят, соседские. Всё. Давай еще при мне, утрамбуй еще, чтобы больше влезло-то. Да руками прям. Во, утрамбуй поболее-то. Ассистент мой, трамбовщик. А то, как известно, снег растает. Что там будет? Водички будет совсем мало. Нам надо побольше, да? Угу. Утрамбовала. Утрамбовала. Давай. Сколько утрамбовала, столько. Вот. Куличики можно лепить, да? Он какой большой куличик будет. Калачики. О, там собачкам скучно. Видимо, хозяева уехали. Они скулят. Вот, отлично. И все это мы отнесем в ванну и поставим на теплый пол. Около батареи. Когда снег растает, мы этой водичкой будем поливать нашу рассаду. И тогда она у нас будет только крепнуть и здороветь. Так что, друзья, пока еще есть снег, пока сезон, все бежим на улицу с ведрами, с тазами и затариваемся снегом. Потому что потом это добро закончится, настанет весна и все растает. Если это добро еще у кого-то есть, уже не растает. Ну да. Вот, например, у Инны деревня 30 трус, у нее снега нет. Инна у нас живет в Астрахани, у них нет снега. Она уже даже начала огородный сезон. Представляешь, у нас еще столько снега с тобой, а Инна уже вовсю пошла грядки копать, перекапывать.
Вот. Ну, у них зато летом очень жарко, насколько я знаю. Асфальт плавится. Это тоже тяжело, когда такая жара. С собой надо всегда носить водичку. Да, погода классная, да, какая сегодня на улице? Да. Все. Все, пойдем, козочек покормишь сухариками. Угу. Все, готово. Теперь понесем домой, будем ждать, когда растает снег. Угу. Все, пошли. Криворотик. А может, ты ничего не видишь? Так понятно, я тебя снимаю, потому что против солнца. Побежала. Ну вот, наша вода растаяла. Получилось пол ведра. И смотрите, когда снег собираешь, кажется, что чистый, да? А на самом деле, вон у него сколько мусора в такой воде. Я не представляю тогда, какой снег и какая вода в городах. Набираем леечку. У меня тут уже, я не говорила, но Андрюшка купил мне стеллаж. Запустили первую полку. Ну, как запустили? Вот видите, как мы запустили лампы. Пока еще не придумали, как крепить. И вообще Андрей на Алиэкспрессе заказал светодиодную ленту. Красно-синяя светодиодная лента. Сказал, что отзывы о ней положительные. Вот, для рассады самое то. Ну, в общем, стеллаж большой. Видите, немножечко подвытянулась она у меня. Я рассаду только вчера переставила. Так что земельки попозже чуть-чуть подсыплю. Все будет прекрасно, она все нагонит. Тут начала пересаживать. Вот моя виола здесь тоже стоит, видите, виолка моя. Сюда ее поставила. На другом окне еще два таких же контейнера. Начала вчера ее пикировать. И посмотрела, что у меня нет стаканчиков. Вот. Так что. А там у меня туя. Три веточки. Я на улице, короче, стырила. И поставила в баночку с водичкой укореняться. Посмотрим. Может, что укоренится. Здесь вот томатиком надо тоже землицы везде досыпать. Там еще у меня никто не вылез. Единственное, что вот поливать. Но у меня леечка маленькая. А так не очень, конечно, удобно. Но здесь видите, какой плюс есть у стеллажа. Плюс, что полки можно поставить на разном расстоянии. То есть по разной высоте. Вот. Попозже стеллаж, может, покажу, кому интересно будет. А кому не, кому будет неинтересно, я его все равно покажу. Сегодня докуплю стаканчики. И буду пикировать виолу, потому что уже надо. Она у меня уже, вот видите, там какая-то уже просто погибает. Этот вот, наверное, не приживется. Что-то он упал. Ну, посмотрим. У меня их так-то еще дофигища. Надо вот эти вот сажать, которые более сильные. Но здесь они низко им. Поэтому я такие начала сеять маленькие. В общем, ладно. Сейчас побегу на улицу. Смотрите, друзья, вчера я полила талой водой снежной все свои, всю свою рассаду, да. Как вы, наверное, заметили, что вчера здесь никаких даже не было намеков на то, что какие-то стебелечки полезут. Вот, пожалуйста, видите? Вчера только полила всю талой водой, сегодня уже полезли помидорки. Так что талый снег — это отличный природный стимулятор роста растений. Берите на заметку.